Добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка, тоже связана с камерой Nikon Z30, а конкретно с китовым объективом DX1650, на который отсутствует бленда в комплекте. Но в китовых объективах, как правило, бленду не вкладывают, поэтому приходится ее приобретать отдельно. Еще один момент в связи с тем, что конструкция объектива такая, что невозможно установить бленду, которая была бы не только для прямого назначения, но и реверсивную. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Lady Shops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Lady Shops. Потому что нету креплений в соответствующих местах. Здесь только крепление резьба, а именно фильтр на 46 диаметр миллиметров. Поэтому была найдена блендочка вот в таком виде. Доставляла все это из Китая. Пришло достаточно быстро, в течение 2-3 недель. В этом не поучаствовала Почта России, что очень положительно. Вот такого она вида. Стандартное ее обозначение, если сходить на сайт Nikon. Она металлическая, сделана из алюминия. Здесь вот есть резьба, благодаря которой будет насажена на объектив. И здесь тоже есть резьба, чтобы установить фильтр. И в том числе крышку для того, чтобы закрыть ваш объектив и сохранить. Вот такого плана. Есть еще второй вариант. Здесь с отверстиями он идет. Но принцип тот же самый. Вы берете камеру. Дальше как фильтр накручиваете. Сюда накручиваете фильтр, либо устанавливаете крышку. Вот так он будет в походном состоянии. У вас объектив направленный смотреть. Вот такая вот бленда, которая идет на стандартный объектив китовый 1650 Bayonetta Z на Nikon. Кроп камеры Nikon Z30, Nikon Z50 и Nikon ZFC. Не забываем, что у нас объявлен розыгрыш при условии достижения на моем канале 10 тысяч подписчиков. И это количество будет держаться около недели. Я разыгрываю объектив для смартфона аноморфной Уланзи, что вы сейчас видите перед глазами. Поэтому проявляем активность, подписываемся и ждем момента розыгрыша данного объектива аноморфного Уланзи каждому желающему, причем отправлю в любую точку мира. При условии, что с этой точкой мира осуществляется почтовая служба между Российской Федерацией и той почтой, куда я буду отправлять. Итак, я вам продемонстрировал бленду, которая устанавливается на китовый объектив 1650DX крупнутой камеры. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.